потихоньку достаем по одной рамочке. Рамочка с расплодом. Отлично. Рамочка с расплодом одна. Вторая рамка с расплодом. Расплод хороший. Ну, пчелосемьи с хорошего поставщика. Не узбекские семьи, спешу заметить. Узбекскую семью мы по-любому не возьмем. Три рамки с расплодом пока мы имеем. Сейчас поставим им одну ващинку. А может быть две. Даже, о, 4 рамки с расплодом. Придется им поставить медок еще. Медок. Благо, медок у нас есть. Пчела рабочая, вон уже язычки оттянули. Их убираем. И пчелок мы высыпаем. Все, отлично. Одна почти что сидит.